Всем-всем-всем привет! Мы продолжаем играть в Genshin, проходить задание легенд, устраивайтесь поудобнее, берите всякие вкусняшечки. Двери, окна на засов, чтобы никто, ничто не отвлекал от просмотра восстанного видео. Всем желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям и заходите в телеграм-канал. Ссылочки будут в описании под видео. А у нас сегодня... Задание легенд у магистра выходной. Глава 1. Малая львица. Когда поднимается западный ветер. Поговорите с Сарой в хорошем охотнике и узнайте, в чем ее проблема. У Сары из хорошего охотника есть задание для рыцарей орда Фавуниус. Погнали. А там еще в гильдии искатели приключений нам что-то надо забрать. А ну-ка. А это вы! Сюда скорей! Это Сара. Сейчас мы к ней подойдем. Подождите. Экспедиции завершились. 500 000. Неплохо. Неплохо. Ну хорошо, Сара, сейчас я к тебе подойду. Наконец-то вы пришли. Что случилось, Сара? У меня есть просьба к орду Фавуниус, я хочу, чтобы ты передал ее действующему магистру. Ты хотела обратиться к Джин. Вы хорошо знаете Джин. Мы с ней виделись всего несколько раз. Я слышала, что она относится к тебе с большим уважением. В чем заключается твоя просьба к Джин? Я бы и сама сходила к рыцарям, но у меня полно работы в ресторане. Ни минутки свободного времени. Как назло, именно сейчас торговые пути наших поставщиков захватили хиличурлы. Дело в том, что охотники Спрингвелли отвечают только за добычу мяса. Поставки – это не их занятие. Ясно. Ты хочешь, чтобы кто-то серьезно поговорил с охотниками? Нет, разве это может решить проблему? Пожалуйста, попросите Джин отправить отряд рыцарей зачистить дорогу. Конечно. Ох, теперь я могу быть спокоен, Джин точно с этим разберется. Похоже, что все здесь рассчитывают, все здесь рассчитывают на Джин. Похоже на то. Кстати, наш бармен Чарльз тоже хотел о чем-то попросить Джин. Поговорите с ним. Ладно, согласились. Помочь тебе поможем и ему. Так кому нам первым идти? У магистра выходной. Поговорите с Чарльзом. Малыш, мы здесь не подаем фруктовый сок. Эй, как грубо. Вообще-то мы собираемся тебе помочь. Помочь? Ты тот самый новенький из орда Фавуниус, верно? Скорее всего. Отлично, тогда передай Джин, что мне нужна налоговая компенсация за прошедший квартал. Придется снова обращаться к Эльзеру и объединять счета. Может стать очень высокие налоги на алкоголь. А винокурня Рассвет процветает. Господин Делюк умеет вести дела? Какое отношение Джин имеет к счетам? Она теперь занимается еще бухгалтерским учетом. Действующий магистр лично проверяет все счета. В конце концов, винная промышленность – основной источник прибыли городской казны. Джин не может допустить никаких махинаций. Как же сложно быть Джин. Действующий магистр делает нашу жизнь намного лучше. Да, нам очень повезло, но мы стали принимать это как должное. Как у тебя получается спокойно спать по ночам, зная, как много всего приходится делать, Джин? После твоих слов мне стало как-то не по себе. Надо будет в следующий раз налить и за счет заведения. Хотя вряд ли не найдется время выпивать в баре. Звучит как дешевая отговорка. Вы пойдем скорее к Джин. В
Пойдемте к Джин. Посмотрим, что он нам скажет на все это безобразие. Кстати, да, и отряд надо сменить все-таки. Эй, вы двое! Маргарита, что ты здесь делаешь? Мой котик опять сбежал. Вы его нигде не видели? Диона? Нет, другой котик. Диона сидит в таверне. Я ищу принца. Он только что был дома, а потом куда-то делся. Ты правда думаешь, что Диона это котик? Я так сильно переживаю, что будет, если маленький принц не найдет дорогу домой. Мы поищем твоего котика. Ой, какая же ты все-таки размазня. Нам разве больше заняться нечем? Сара Чайс тоже нуждается в нашей помощи. Давай сначала поговорим с Джин. Вы собираетесь к Джин? Какое совпадение? Я думал, что ты ищешь котика. Ищем. Я собиралась попросить Джин поискать котика. Серьезно? Ты собиралась попросить Джин поискать твоего котика? А что в этом такого? Джин очень добрая и отзывчивая. Весомый довод. Пожалуйста, поговорите об этом с Джин, а я бесплатно налью тебя в кошкином хвосте. Эй! Поверить не могу. Мы что будем говорить с Джин о сбежавшем котике? Да. Не жители немножко подобнаглели, реально. Немножко подобнаглели. Приветствую, действующий магистр. Ох, магистр. Джинни. Ой, почетный рыцарь, рада тебя видеть. Прости, я, должно быть, отключилась ненадолго. Чем могу быть полезным? Несколько человек попросили нас обратиться к тебе за помощью. Ясно, спасибо вам за службу, люди Манштата. Обращения и просьбы записаны и внесены в реестр. Я приму соответствующие меры. Отлично! Мы же ничего не пропустили, верно? Или Чёрлы Сары, налоги Чарльза, котик Маргариты, кажется, это все. Тогда мы пойдем, Джин. Джин! Эй, Джин, все в порядке? Джин, что-то случилось, и вы приводите ее в собор в поисках помощи. Ну? Как она себя чувствует? Надеюсь, ничего серьезного. Обычное переутомление на работе. Ей просто необходим хороший отдых. Спасибо, что принесли ее сюда, иначе она продолжала бы в таком же ритме. У нее так много дел. Бедняжка Джин все время думает о других и постоянно забывает о себе. Такое случается уже не в первый раз. Барбара хорошо позаботится о Джин. Ты правда так считаешь? Она магистра ордена. Мы не можем допустить, чтобы она падала в обморок. Личная симпатия тут абсолютно ни при чем. Я делаю это ради высшего блага. Вот. Какой странный ответ. Вэйв, ты же почетный рыцарь, да? Пока магистр отдыхает, рыцарь должен выполнять ее обязанности. Ты это хочешь сказать? Верно, но для этого понадобится более опытный рыцарь. У Джин так много работы, что любая помощь не помешает. Тебе стоит отправиться в штаб лорда Фавуниуса, я позабочусь о Джин. Похоже, что она хочет от нас избавиться. Ничего, больше не будем вам мешать. Пойдем, Вэйв. Надо почитать. А куда это нас? И вообще, что теперь за задание?
Джин, будучи действующим магистром Ордов Авуни, всегда очень занята. Кажется, сегодня на нее опять навалились дела, требующие личного контроля. Ну, не знаю, что дальше будет. В принципе, то котика найти и дорогу расчистить мы сможем. А как с декларациями налоговыми, я не знаю. Как с ними быть, я не знаю. Ну ладно, побежали. Что опять не так? Эй, вы гляди, она же стоит здесь одна. Как будто с кем-то разговаривает и смеется. Пайман страшно. У меня в детстве тоже был воображаемый друг. Что, хочешь сказать, ты тоже так себя вел, Вая? То есть это просто воображение? Или все-таки это кто-то невидимый, с кем можно поиграть? Воображение есть воображаемый. Воображение, воображаемый. А, так ты имеешь в виду вымышленного друга? Чего ж ты мне голову морочишь? Давай показывай, пойму, как выглядит твой воображаемый друг. Он стал невидимкой. Правда? Значит, когда ты взрослеешь, воображаемый друг исчезает? Как грустно бы это ни было, но да. Пайма надеялась познакомиться с твоим. Эй, только не говори, что у твоей сестры тоже был воображаемый друг. Конечно, был. Не может быть. Вам, ребятки, так повезло. В людей есть такая игра. Не знаю, слышали ты о ней. У нее должны играть 4 человека, но вы с сестрой, наверное, могли бы играть и вдвоем. Путешественник, какая встреча? Что опять ты, бродяжка? Лиза делает какие-то интересные штучки. Я просто пришел посмотреть. Почему-то интересные штучки Лиза заставляет Пайман нервничать. Эй, нельзя оценить элегантную леди только по ее интересным штучкам. Для одной такой штучки ей пришлось заказать очень опасный прибор прямиком из Сумеру. Опасный? Это просто монокль. Ага, я тоже так думаю, но она называется детектор Нирмама. К сожалению, Лиза не получится им воспользоваться. Я одолжил его, чтобы проверить, получится ли у меня. Что? Почему Лиза не получается? Может быть, потому что ей не хватает детской веры в чудо? Если вам интересно, можете сами ее спросить. Значит, ты их видишь? Тогда расскажи мне уже, как выглядит этот воображаемый друг. Это же тайна. Ладно, путешественник, теперь это твоя вещь. Попробуй разглядеть воображаемого друга Норы. Стоп! Ну что там, видно, разглядел? Да, кажется, они лучшие друзья. Значит, ты тоже можешь его использовать. Да, дайте Пайман посмотреть. Он слишком большой для меня. Ладно, Вэйв, ты будешь моими глазами. Давай пойдем посмотрим воображение у друзей и других людей. Ну, друзья, это на... Стойте. Это уже другое задание. Вот, это будет уже в следующей серии, друзья. Это будет в следующей серии. Это задание. Пайман уверена в чем-то. Но я как всегда... Ты как всегда меня прослушал. Ну, прости, у меня дела. Я лечу. Кэя! О, я как раз ждал вас. Я узнал, что Джин не здоровится. От лица Орда Фавунис благодарю за оказанную помощь. Так, вежливо, обходительно, не похоже на Кэю, которую знает Пайман. Та вот требует обстоятельства. Мы ведь говорим о действующем магистре. У меня к тебе есть еще кое-что, кроме благодарности. Работа. Верно, ты читаешь мои мысли. Выполнять поручение Джин? Именно.
Хотя Джин собиралась поручить дела кому-то другому. Я думаю, что без ее чуткого руководства эти поручения будут выполнены. Так что рассчитываю на твою помощь. Я буду спокоен, если сам почетный рыцарь займется этими делами. А почему бы тебе самому ими не заняться? Поверь, малышка поймет. У меня есть куда более серьезные дела. Очень важные дела. Понятненько. Значит, Сара, Чарльз и Маргарита, верно? Да. Спасибо за помощь. До встречи. Ладно. Задание выполнено. Погнали. Найдите Чарльза, печаль Сары. С чего начать? Маргарита занята другим. Потаённая невинность. Ладно. Они, в общем, друг с другом переплетаются на эти задания. Но пойдемте к первому. Сначала с кем, кто свободен. И спросите ее о поручении. Пойдемте. Да блин. Я знаю, я уже выхожу. Эмбер, ты пришла помочь нам разобраться с делами Джин? А, да-да, зачистить дороги для чурлов и обеспечить безопасные поставки продуктов в город. Звучит как работа для скаута Орда Фавуниус. Сара, ну перестань волноваться, я же скаут, я не разочарую тебя. Не пойми меня неправильно, я не сомневаюсь в твоих способностях. Я просто в шоке от того, сколько у меня заказов. Вот новый заказ, огромный банкет или что-то вроде того. Тебе нужна моя помощь? Серьезно? Ты умеешь готовить? Шикарно, ты просто спас хорошего охотника. Ну вот, украл у меня всю славу. Посмотри, вот этот заказ. Начни со сбора ингредиентов. Ты уверена, что Вэйв умеет готовить? Может, получится что-то несъедобное? Сейчас нам не до стремления к совершенству. Хороший охотник на грани закрытия, и мы должны спасти его. На грани закрытия? Для этого блюда нам понадобится 30 глаз сахарка и 3 порции мяса птицы. А теперь за дело. И ты тоже, Эмбер, я буду ждать здесь. Ладно. Ну, я все принес. Сдать ингредиенты. Да, все готово. Что у нас дальше? Заказ на перечень цыпленок в медовом соусе. Такими темпами Вэйв станет помощником шеф-повара. Если ты хочешь спасти ресторан «Хороший охотник», то подай это блюдо горячим. Как-то сладкая цыпленка в медовом соусе. Все, у меня уже готово. Цыпленок в медовом соусе готов. Пахнет просто божественно. Исполнение уровня шеф-повара. Переходим к следующему заказу. Медовое мясо с морковкой. Медовое мясо с морковкой – традиционное манштатское угощение. Все верно. Это одно из фирменных блюд «Хорошего охотника». Рыцарь всегда заказывает у нас сладкое мясо с морковкой. Давай я научу тебя, как готовить медовое мясо с морковкой. Ты вот так запросто научишься готовить фирменное блюдо «Хорошего охотника»? Я сочту за честь поделиться рецептом с таким талантливым поваром, как ты. Как только медовое мясо с морковкой будет готово, неси его сюда. А как же ты со мной поделишься? Вообще-то я его приготовил, вы представляете? Жаль. Ого, ты правда сам это приготовил? Да ты просто шеф-повар. Ну на этом все. Спасибо за помощь. Эмбер позаботится об остальном. Если надоест быть искателем приключений, ты всегда можешь рассчитывать на место повара хорошим охотником. Так, печаль Сары мы выполнили. Дальше беспокойство Чарльза.
Да вы серьезно? Лиза здесь? Ой, Лиза, по-моему. А, да. Лиза, ты здесь по поводу возврата налогов? Привет, милашка. Все верно. Когда я узнала Стейнджин, я поняла, что могу помочь с бумажными делами. Отлично. Раз наша помощь больше не требуется, мы пойдем. Минуточку. Чарльз хотел... Позвольте мне самому сказать, мисс Лиза. Я только что принял крайне важный заказ, но, к сожалению, закончились продукты, а поставку свинокурни ждать еще долго. Если у вас будет возможность, помогите разобраться с этой неприятностью. К чему такая спешка? Что это за крайне важный заказ такой? Заказ был сделан в последнюю минуту, буквально секунду назад. Да, все было именно так, как говорит Чарльз. Ну, в следующий раз я собираюсь пить за счет заведения. Ха, конечно. В следующий раз твой счет оплатит господин Делюк. Договорились. А что надо принести? Интересно, интересно. Не ухватил я. Да почему я их поймать не могу? Ой, а что это, грибочек? Да блинский. Короче, ее потерял. Ну и нахрен. Эту бабочку? Ладно, посмотрим, что нам Эрнест расскажет. А где он вообще? Товарный аэростат? Теперь понятно, что произошло с поставками Чарльза. Вы здесь, чтобы спасти меня? Я жду помощи уже не так, уже так долго. За все время моей работы на винокурне, это первый раз, когда меня грабят хеличурлы. Если бы не вы, я не знаю, что бы я делал. Расслабься, вы в грозах хеличурлов. Отлично, сопроводи этот аэростат. Обращайся с ним крайне осторожно. Хеличурл здесь не главное. Гораздо важнее достать товары в целостности и сохранности. Я буду ждать тебя на месте. О боже ты мой. Куда он полетел? О боже ты мой. А где? Ё-моё! Не так-то просто-то их победить. Разломать. Так, погнали дальше за аэростатом.
Ух ты! Вот это мне не очень нравится делать. Минус. А здесь у нас что? Путешественник, в этом ущелье слишком опасно, я бы на вашем месте пошел в обход. Что произошло? В последнее время ущелье разлилось слишком много монстров. Торговцу пришлось оставить свои товары. Эх, если мои фрукты успели испортиться, то отмывать киоск придется долго. Все будет такое липкое и вонючее. Фу. Расскажи нам об ущелье пьяницы. Раньше здесь часто ходили караваны. Я тоже приторговывал в ущелье, чтобы заработать немножко монет. Бывало, что в ущелье забредал какой-то монстр, но в целом все было не так плохо. Но теперь люди покинули ущелье, и караван оказался в ловушке. В конце концов, не так уж страшно, если я не смогу продать все фрукты. Но вот, если они сгниют прямо в киоске... Так, а где аэростат? Кстати сказать, я потерял аэростат. Как бы смешно не было, я потерял аэростат. Ему кажется, хана потихонечку наставит, нет? Нет, его вроде никто не бьет. Спасибо тебе, друг. Вы меня выручили. Я замолвлю тебе словечко до винокурни. Так, это мы задание выполним. А где этот? Отсюда. Мужичок. Так, давай еще с тобой поговорю. Так. Что... Это он нам рассказал. Что мы еще хотим узнать насчет твоего фруктового киоска? Дело даже не в деньгах. Но испортившийся фрукт – это настоящий кошмар. Все пропитывается липким соком, будет жутко вонять. Если я не успею его отмыть, то моя женушка меня прикончит. Мои соболезнования. Эх, спасибо тебе за заботу. Все, что у меня осталось, это немножко фруктов. Денег особо за них не выручишь. Давай отдам их тебе. 5 яблок. Ну, еще кое-что я тебя спрошу. 3. Чую, будут неприятности. Эх, твоя правда. А я чистоту люблю. Меня начинает тошнить одной мысли, что мне придется все это вычищать. Вот была бы здесь Наэль. Уж она-то сможет вымыть киоск так, что тот станет чище нового. Но я ведь не могу беспокоить из-за такого пустяка. Так, а нам нужно теперь... Угу. Тоска Маргариты. Одна в другой завязана. Ну, это задание мы в следующей серии будем выполнять с вами обязательно. Нет. Смотри, вот ее воображаемый друг. Ага, это какой-то воздушный фрукт.
порхающая помидорка. Ну? Постойте, воображаемые друзья, могут быть еще и фруктами. Привет, привет, Вэф, привет, Барт. Привет, можно отвлечься на минутку? Конечно, чем Флора может вам помочь? Расскажи нам о своем друге. Вы тоже можете видеть мистера Помидорку, другие почему-то его не видят. Мы с мистером Помидоркой лучшие друзья с детства. Так нечестно, Паймон не любит не понимать, что происходит. Флора, а почему твой друг порхающий помидорка? А почему нет? Я всегда мечтала подружиться с фруктом, который умеет летать. С летающим фруктом? Но зачем? Потому что, когда поднимается ветер с таким другом, можно взлететь высоко в небо и лететь далеко-далеко. Это же так чудесно. Вот так детей уносит ветер. Но я же не на самом деле улетаю. Я узнала о таком фрукте из истории одного странствующего путешественника. Вроде бы его звали Стэнли. О, я знаю Стэнли. Он искатель приключений. Как только он начинает рассказывать какую-то историю, ты же понимаешь, насколько он опытный искатель приключений. Удивительные приключения Стэнли очень популярны по всему Манштату. Он как раз сейчас в городе, так что вы можете сами послушать его истории. Очень интересно, но мы займемся этим в следующий раз. Сейчас у нас другие дела. Понимаете, у нас тут одно за другое уходит. А с этим мы не можем поговорить, потому что нам нужна потаенная невинность. Вот она, здесь, потаенная невинность. Она занята здесь. Это у нас «Ежели тебя не поддерживает ветра». Бог песен, глава первая. У нас задание легенд с заданиями легенд переплелись. Давай посмотрим других детей. Паймон думает точно, как насчет того парнишки на мосту за городом. Ох, ни хрена ж себе у него. Кто воображаемый друг? Неожиданно. Воображаем, друг Тимми, это страж руин. Бывают и такие ангелы-хранители. Ого, Паймон боится. Эта штука точно раздавит. Давайте отложим разговор с Тимми на потом. Паймон, почему ты молчишь? А что я должна сказать? Давай пока не пойдем туда. Серьезно? Ну хорошо тогда. Слушайте меня внимательно. Давайте пока не пойдем туда. Дети смотрят нами шире, чем взрослые. Может, поэтому они выдумывают таких непохожих воображаемых друзей? Все эти дети родились здесь, в городе Свободы. Поэтому у них такое безграничное воображение. Ну вот в том-то и дело, что поговорить со взрослым у таверны. Ну а взрослый, пойдем в таверну послушаем что-нибудь. У нас, короче, два задания переплелись, друзья. Да боже ты мой, не хочу я сегодня. О, что мне пришло? Достижение. Что? Угу. А, у таверны. У таверны. Нам не надо в таверну. Ну, ладненько.
У нас как-то все здесь один за одно приплетается. Это просто безумство какое-то. А вот она и кошка, наверное. Наши старые знакомые. Вино обязательно нужно пить в таверне, иначе ты упустишь половину веселья. Думаю, тебе в одиночку пить весело. Очень хорошо тебя знаю, иначе бы подумал, что ты нарочно такой грубый. Просто не напивайся тут в стельку, хорошо? А что если напьюсь? Продашь меня за горстку моры? Продам. Продашь, как ты продал наследие нашего отца, его особняк, или ты уже этого не помнишь? Я его продал, потому что не вижу смысла держаться за прошлое. Ты, наверное, еще и ту вазу продал. Не помню. Но ведь в кабинете господин Делюк стоит такая красивая ваза, как он мог про нее забыть. Этого никого нету. У них никого нету. Ты был прав, взрослых действительно нет воображаемых друзей. Как я и говорил, нет детской веры в чудеса. Похоже, взрослые все одинаковые. Значит, люди просто перестают мечтать, когда взрослеют. Тогда Пайман не хочет взрослеть. Вот интересно, в каком именно возрасте люди прощаются со своими воображаемыми друзьями? Давайте исследуем этот вопрос. И что, все никак? Никак. А если мы видим Валю, никаких воображений? Пайман, страшно будет подумать потом об этом. Ага, это 179 метров, это нам куда идти? Да ё-моё! Они прикалываются надо мной, туда-сюда меняются. У нее есть воображаемый друг. О как. Во как. Это же магистр Джин. Что она здесь делает? Воображаемый друг Алин. Это Джин. Алин очень хочет стать рыцарем. Да, она такая целеустремленная, что мне аж страшно. Ребята, о, привет! Что вы здесь делаете? Ты всегда здесь тренируешься. Да, сегодня Станлер рассказал историю о своих приключениях, и я очень вдохновилась. Надеюсь, что когда-нибудь я стану такой же сильной, как он. Чтобы сражаться плечом к плечу с магистром Джин. Я, конечно, хочу стать рыцарем. Если получится попасть в приключения самой Джин, это будет восхитительно. Похоже, что Алин очень хочет быть похожей на магистра Джин. Я верю, что ты справишься, Алин. Спасибо. Ох, почетный рыцарь, такой шанс выпадает очень редко. Не мог бы ты дать мне пару уроков фехтования? Да боже ты мой. Как же сломать? Так вот как это делают. Ух, спасибо. Теперь мне все ясно. Что впереди меня еще ждет много упорных тренировок. Какая скромность. Лично я думаю, что ты уже достаточно хорошо владеешь мечом. Но я ужасно устала, а значит, мне не хватает выносливости. Вот увидите, однажды я обязательно смогу победить все чучела Хильчурл в Манштате. Так держать, Айлин. У тебя обязательно все получится.
Спасибо. Ой, я так увлеклась тренировками, что совсем забыла про свою встречу. Но я так устала, даже пошевелиться не могу. Почетный рыцарь, тебя не сильно затруднит передать мое сообщение Джеку. А где он? Он должен быть в храме Льва, хранителя Южного Ветра вместе со Стэнли. Это легендарный искатель приключений, чьи подвиги в Пепельном море потрясли весь Манштадт. Мы договорились встретиться с ним сегодня вечером и обсудить план приключений. Можешь, пожалуйста, попросить его перенести встречу на другой день? Храм Льва? Это, может, был не очень давно. Был очень давно, наверное. Отлично. Или не очень давно. Отлично. Я очень сильно благодарна тебе за помощь. Но... О! Тоска Маргарита. Да неужели мы теперь... С Маргаритой можем поговорить. Джин заболела от переутомления. Поэтому вам поручат помочь ей с просьбами некоторых жителей. Куда же опять убежал принц, домашний кот Маргариты? Я не понимаю, как одно с другим может быть взаимосвязано. Вот скажите мне. А, потому что Венти тут был. Так, это у вас котик потерялся. Венти, ты пришел, чтобы помочь нам? Я помочь вам? Вообще-то помощь нужна мне. Но Паймон заметил, как ты говоришь с Маргаритой о принце. Принц, значит, так зовут кота, который стащил мои струны из астрального железа. Хоть не и греет душу то, что свободный дух Манштадта живет и в братьях наших меньших, я все равно нахожу этот поступок возмутительным. Эй, принц, коварный маленький разбойник. Говоришь, как родитель, любящий баловать свое дитя. Да, прямо как Барбатос. Какое меткое сравнение. А теперь давайте отправимся на встречу с его избалованным высочеством, разбойничьим принцем Манштадта. У меня сегодня выступление, струны мне более чем понадобятся. Зачем котику вообще понадобились струны? Ни один котик не сможет стоять перед клубком. Клубком? Эти струны сделаны из астрального железа, пропитанного анемо-энергией. Они очень прочные, поэтому я обычно сматываю их в клубок. Так удобней. Секреты опытного барда. Ты сказала, что струны пропитаны анемо-энергией? Это должно сработать, Вэйв. Используй чувство стихии. Котик должен оставлять элементальные следы. Спасибо вам, принц бегает где-то в окрестностях рыночной площади и жилого квартала. У него черная шерсть без единого пятнышка. Вот, возьми рыбку. Принц очень любит кушать рыбку. А я могу забрать обратно? Ладно. А я не понял, почему мне с ней надо снова пообщаться? Принц должен быть бегать где-то в окрестностях рыночной площади жилого Котарова. Это черный котик. Как его должен... Может, возле таверны? Котик сидел, это он?
Не понимаю тогда. Где же тут котик? Понимаете, я и не вижу его, никаких следов. Так, найдите принца. А где мне его найти? Ладно, друзья, сейчас поищу. Я не знаю, не вижу никаких следов. Вот. Мне вообще надо найти Маргариту и спросить ее о поручении. Что не так? Где-то в окрестностях рыночной площади жилого квартала. Это черный котик. Во! Это просто глюк какой-то был, походу. Вот реально глюк какой-то был. О, вот он. Смотри, знакомый черный кот. Мы его видели в таверне Кошкин Хвост. Я его поймал? Как он пугливый, чуть что сразу убегать. Попробуй подкрасться к нему сзади, так чтобы он не услышал твои шаги. Жаль, что ты не умеешь летать. Если тебе не получится поймать принца, попробуй подманить его рыбкой. Котики любят рыбку. Когда закончится рыба, то сможешь порыбачить в озере. Так, а где? Вот они. Ну и где он сейчас? Понял, мы провалили поручение. Угу. Мы его провалили. Угу. Пойман, успокойся. Тихо, тихо, тихо. Мы его сейчас обойдем с другой стороны. Не такое-то легкое поручение котов ловить.
Вот оно. Да иди ты в жопу. Придурочный. Хрена ты ко мне полез. Блин, ну это просто дебил. Вот просто дебил. Сучок. Я больше, я не могу так. Это вообще, я не могу кота разловить. Из-за этого Майлза. Ну и где мне его теперь искать? Вообще, что происходит? Да блин, поднимись. Ну и куда он делся? Вот теперь я кота этого не вижу. Маргарита, а что там? Вот это приколюха. И все из-за Майлза. Так, вот они. Нет. Следы такого вот здесь вот где-то. Да неужели? Я ж его вроде поймал. Принц, куда ты убежал? Хвала архонтам, с тобой все в порядке. Хса оставил нас попачить. Эй, маленький принц, зачем же ты от меня сбежал? Оставим их вдвоем. Вот твои струны, Венти. Нашлись. Я уже попрощался с ним навсегда. Награду получишь эксклюзивное выступление от лучшего барда на континенте, который будет играть на этих самых струнах. А, авчхи. Прошу прощения. Аллергия на окошек дает о себе знать. Теперь понятно, почему ты сам не стал искать струны. В любом случае, спасибо за помощь, психи. Ну? Интересно, как она себя чувствует? Давай сходим в собор, проведаем ее. Кого? Да, заставили нас попотеть. Надеюсь, мы это задание сегодня выполним.
Погнали, погнали, погнали. Барбара. Барбара, мы вернулись. С возвращением. Должно быть, вы очень устали. Барбара, Барбара наверняка тоже устала. Я в порядке. Ухаживать за пациентами – это моя работа. Джин пришла в себя, но она по-прежнему очень слаба. Правда? Пойдем поговорим с ней. Она только что покинула собор. Я пыталась уговорить ее остаться, но она даже не стала меня слушать. Сказала, что хочет подышать свежим воздухом. Наверняка снова пошла к леди Винесси. К леди Винесси? К огромному дереву в долине ветров. Это место посвящено леди Винесси, герою Манштата. В тяжелую минуту Джин всегда ищет совета у Винессы. Это очень личная Барбара. Откуда ты так хорошо знаешь Джин? Она сама рассказала мне об этом перед тем, как уйти. Сможет ли она защитить себя в случае опасности? Я переживаю за нее, но у нее еще очень много работы в соборе. Не переживай, мы возьмем это на себя. Теперь я спокойна за судьбу Джин. Да хранит вас Барбатос. В смысле? И что нам надо? Что я чуть-чуть не понял, что произошло? Ну ладно, я думал, что мы сейчас поговорим и все закончится. В принципе, это задание легенд закончится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну то, что мы одно это сразу два параллельно делали, это тоже как-то. Не успел хватить. Леди Винесса, надеюсь, ты все еще покровительствуешь Манштату. Не знаю, смогла ли я и все остальные соблюсти твои заветы. И стать сильнее ради тебя. Джин, ты в порядке? Мне уже намного лучше. Не ожидала вас тут встретить. Да уверена, что тебе лучше. Если честно, выглядишь, что неважно. Может быть, тебе стоит еще немного отдохнуть? Ты всегда можешь положиться на нас. Спасибо вам, мне очень приятно это слышать. Ваша поддержка много значит для меня. Но я сама должна справляться с такими маленькими неприятностями. Иначе какой из меня защитник Манштата? Вот Винесса была настоящим защитником. Джин во всем равняется на Винессу. Да, Винесса была первым магистром, доброй, но настойчивой женщиной. Я хочу быть похожей на нее, как рыцарь. Львиный клык она свергла тираническое правление аристократов, а затем, как рыцарь-дуванчик, основала орда Фавуниус. В ее времена всюду царили мир и благодать. Рыцарь-дуванчик? Я думаю, так называют Джин. Рыцарь-дуванчик и рыцарь-львиный клык. Так называли магистров ордена во все времена. А, теперь понятно. Джин, ты свирепый рыцарь львиный клык и мирный рыцарь-одуванчик. Для меня это большая честь носить эти титулы вслед за Винессой. Но я чувствую огромную ответственность. Граждане Манштата верят в меня. Но титул рыцарь-одуванчик подходит ей больше. Верно. Джин. Кто здесь? Эх, все-таки заметили. Такая шикарная возможность вас навсегда избавиться от магистра. Вы двое все испортили. Как они узнали о Джин? Нападать в такой момент очень подло даже для них. Ты не сможешь победить благородного рыцаря Дуванчика таким гадким способом. Кажется, мне пора отсюда сваливать. Постой-ка. За ним. Джин, ты еще не восстановилась. Он хочет заманить Джин в ловушку. Не пойдет, я должна его поймать.
Эх, Джин, ты должна беречь себя, доверь погоню нам. Я доверяю вам, но обязана, но я обязана его поймать. Ладно, но мы пойдем с тобой. Спасибо за понимание, с радостью приму вашу помощь. Да ё-моё! Ну и где? Вот он. Ну что, друзья, на этом мы, наверное, сегодня серию закончим. Нам нужно вот туда. Это ж будет подземелье. Подземелье. Ну, подземелье мы уже в следующей серии завершим. И будем тогда проходить другое задание. Ежели тебя не поддержат ветра. Бог песни, глава 1. Да. Будем его, наверное, проходить. А на сегодня все. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.